Продолжаем Суперлигу или Пари. 9 тур. Сегодня старая школа Эхтар-Турклуб. Опа! А вот и Павел Лучневский. Вообще красивый. Мишенька на блоке, да, да. Лучневского 1-0, старая школа повела, ну моментально, можно зайти. Ой, Егор!
заработал желтенькое. Так, желтое. Красное. Васильеву, ну вот она, старая школа, old school, защитники. Классно. Все, четвертый добавлен. Ну что, старая школа РК спортклуба и Нища 3-3, Александр Смирнов, Илья Степин в нашей послематчевой студии. Илья, начнем с тебя. Вырвали, да, вот этот балл. Что скажешь в целом по матчу, насколько результат справедлив? Ну, я думаю, спасибо сопернику за игру. Был матч очень такой, я бы сказал, жесткий. Не совсем грубый, но жесткий. Под нашей эгидой, так скажем, наверное, прошел. Отмечу, что первые минуты, что первого тайма, что второго, мы начали лучше. Ну, а потом активность больше приобрел Конгресс, на самом деле. И у них Гуска, Дима, очень хорошо себя проявил, я считаю. Очень такой подвижный парень. Хорошо играет, мне нравится. Черный там, да. Ребята все с головой, все играющие, поэтому очень сложно играть, плюс у них такой высокий нападающий. Очень сложно играть, на самом деле, не знаю. Ну, чудо, наверное, опять свершилось, что забрали очко, но думаю, что заслужили его все равно, не сдались. Самое главное, всемиром бились до конца, до последней секунды. Рад за Игоря Васильева, он в том году уже нам такую ничью помог спасти с Фортуной. И вот сейчас, видишь, талисман небольшой от него. Ну, молодец, я рад за него, забил гол такой важный. Любое очко в Суперлиге, я говорю, это на вес золота, поэтому я результатом доволен. Спасибо еще раз сопернику за игру. Саш, ну, наверное, глупо спрашивать, да, доволен ты результатом или нет, с учетом того, что пропустили на последней, там уже четвертой, даже, по сути, добавленной минуте. Твои эмоции, твои впечатления, что хочешь сказать? Да, скажу, что, в принципе, все три гола, которые мы пропустили, это череда, опять же, каких-то индивидуальных ошибок игроков, да, там не будем называть поименно кого там, потому что в каждом матче из раза в раз у нас получается, что кто-то не доигрывает свой момент или переигрывает свой момент, и вследствие чего мы теряем, блядь, вот эти там нужные эти очки. Соответственно, эмоции максимально негативные после таких игр. Совершенно не с таким желанием приезжаешь сюда играть. Я не знаю, просто состав укомплектован, в принципе, ребятами, которые все со школы, причем с хорошей школы, которые там где-то играли в порядке полном, я, блядь, сюда приезжают, и я не знаю, слов просто нет на самом деле. Ну, объективно, если не забирать такие матчи, то что, какой-то смысл? Просто я не понимаю смысла играть с соперниками первой тройки с таким, по факту, не сильно уступая им. Даже не то, что горящими глазами, а не сильно уступая им и приезжая играть, ну, с, я не знаю, ну, конечно, просто если сравнить, да, там, старую школу там и какую-нибудь эксклюзив, да, совершенно разного класса команды, совершенно разная игра. У нас есть проблема, то, что мы почему-то не можем держать темп, свой темп точнее. Мы подстраиваемся, я уже заметил, как вторую игру под темп чужой команды. Соответственно, когда мы играем с каким-нибудь Артиком, у них совершенно другой темп игры, мы под него подстроились, мы в него играем. Сегодня мы приехали просто, я не знаю, 5:30, уже никакой жары нет, уже спокойно можно сидеть и катать этот мяч. У ребят там 2-3 замены, просто раскатывать их. Мы играем непонятно что. Я не знаю, эмоции просто отвратительные. Спасибо сопернику за игру, они молодцы, красавчики. Что еще сказать, вырвали то ничью на последних секундах. Опять же, удаление одно, второе, к чему они шли, для чего эти карточки. Ну, короче, нечего сказать больше по этому поводу, это ужасно. Я
Илья, насколько, опять же, да, вот вы привыкли уже играть такой малочисленной обоймой, очень многих футболистов сегодня не было, я там, в принципе, попытался в репортаже отметить, ты можешь скажешь, опять же, у кого что, где тот же Михайлов, по дисквалификациям сегодня не было никаких ограничений? Ну, у Сережи семья, наверное, и, ну, не знаю, не смог доехать, наверное, у Саши Павлова травма, к сожалению, Ваня Цветков, ой, Андрюха Цветков, Андрюха, да, он там не успел сдачи, ну, я не сказал, что плохой сбор, 12 человек есть. Ну, с учетом того, что, извини, перебиваю, Маслак-то сыграл там буквально пару минут. Сыграл, вышел, бился, и потом просто хорошо, что он там упал где-то. Ладно, шучу. И выпал. И я сказал Шумилу, иди туда, под стандарты. Ну, видишь, сыграл замену, слава богу, что 3-3 опять сыграли. На зубах тянем, дальше все игры очень сложные. И все вот эти очки там, да, условно, с метро победа, здесь сейчас с проектом две ничьи и с РК Спортом. Ну, это здорово, ну. Мы больше всех, по-моему, ничью, да, сыграли, я так понимаю. Ну и могли и выиграть, если честно, там вот это пенальти, там, ну да, опять нам ставят эту пенку. Не знаю уже, как с ней бороться, какой матч нам эту пенальти это ставят. Ну, видимо, судьи этого видели. А так, на самом деле, я доволен. Ну, о чем мне еще говорить? И, конечно, я доволен. Счет 3-3. Тут нечего больше добавить. Поэтому идем дальше. Дальше очень... Конечно, все те люди, которых мы сегодня сейчас с тобой... сказали, не по-любому нужны на следующие игры, потому что я думаю, если мы будем так играть, допустим, как мы построились по тот же арте, которому вообще ничего не давали сделать по факту, ну, там моментов было мало, я не знаю, там, я не помню, как у них-то тренера там зовут, Федоров, да, там говорил, что мы там ни о чем, но я бы не сказал. Я думаю, что если мы так продолжим играть в свой футбол, у нас все получится, и мы, ну, как я тебе говорил в первом интервью, что, ну, наша цель остаться здесь, ну, минимум восьмерку хотя бы хотелось бы зацепиться, ну, чтобы, ну, и спонсоры, я говорю, спонсоры, приходите, ребята реально отдаются, я думаю, с вашей поддержкой мы еще лучше будем играть, если у нас будут какие-то усиления, трансферы. Поэтому РК Спорт, спасибо тебе, Сереж, спасибо за интервью, идем дальше. Последний тебе вопросик, лучшего кого сегодня отметишь? Я вот все-таки, несмотря на то, что там Вишневский, понятно, забил Рафшнайдер, я вот сегодня просто, ну, готов был на кепку подарить от себя лично Путилову. Слушай, я думаю, Андрюха, да, практически весь матч сыграл. Ну, давай, наверное, отметим их, его и Василия. Он все-таки гол забил. И, в принципе, с их нападающим, ну, я считаю, справлялся. Он очень, очень так по чуть-чуть прибавляет, и я им горжусь, он молодец. Ну, а так всю команду отмечу все равно. Играет команда в футбол. Отметим вот и Горюшу, и Андрюшу. Они молодцы. Спасибо им. Саша, ну все-таки положительно что-то можно найти? Дубль черного, первые голы в этом сезоне. Что по этому поводу скажешь? Да, Даня всегда нацелен на воротах. Сегодня было хорошо. Забил два мяча. Видите, не получилось довести до победы, к сожалению. Так, его поздравляю. Молодец, красавчик. Но он всегда приезжает с горящими глазами. На самом деле, большинство с горящими глазами приезжает сюда. Я говорю, просто что-то не получается. Какой-то злой рок. До сих пор не собрались на шашлыки. Надеюсь, в эту пятницу, может, у нас что-то получится. Там, с кем у нас следующая игра? Там, с резервом или с кем? Ну, с кем? Им, может быть, не повезет тогда. Может, все-таки мы в эту пятницу получится у нас собраться всей командой. Давай на приятном закончим от тебя, как от капитана, как от сторожила. Хорошее поздравление для вашего главного тренера Никиты Андреевича, был юбилей. Пару слов скажешь? Да, мы уже сказали, на самом деле, там и в кругу, и лично сказали. Еще раз пожелаем ему долгих лет футбольных, обычных, чтобы травмы все его миновали, чтобы в работе обычные были успехи, чтобы на футбольном поле были успехи. И, соответственно, мы его любим, уважаем как тренера. И надеемся, что будем радовать его в дальнейших матчах. И таких провальных игр именно от нас больше не будем допускать. Спасибо, Илья. Кратенько, последний тебе вопрос по поводу, когда все-таки, может быть, с учетом кадровых потерь появится Александр Ширяев. Мне лично обещал дебютировать в Суперлиге. Когда это случится? Да, слушай, я думаю, скоро. Ну, к сожалению, у него спина больная, и я сам жду, когда он справится вообще спокойно, я в нем уверен, не сомневаюсь, он обязательно здесь сыграет, поэтому ждем Саню, да, что, здоровья ему, пусть спину свою долечит и вперед в бой. Все, спасибо большое, Александр Смирнов, Илья Степин были в нашей послематчевой студии, Никита Ярославцева, еще раз с днем рождения, спасибо.